В прошлой серии Project Ozone 2 мы с вами немного узнали о таком моде, как Magic Crops. Прошлись по заданиям, создали новые семена, новые эссенции разного уровня, а также, помимо этого, видно бедро круто. Diamond Apple. Вау, нихера себе, сколько EMC, 500 000. И всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся на скайблоке нашем. Продолжаем все-таки наше развитие. Фух, так, и что нам еще, кстати, потребуется? Для того, чтобы было нам вообще оптимально, интересно, красиво, вообще супер, ну, развиваться. А именно открывание наших сумочек. Как я вам и говорил, открытие сумочек — это один из наших приоритетов. Блин, тут у меня уже, кстати, заканчивается место, нужно больше делать. Блин, пипец. В общем, нам нужно избавляться от этих сумочек, они занимают много места, да и вообще открывать каждую вручную — это очень-очень муторно. Поэтому мы сейчас с вами идем, берем нужные нам инструменты, продлеваем нашу, так сказать, конструкцию. Все остальное я уже подготовил. Кстати, смотрите, скрасил себе ангельский блок. Делается из обсидиана, два пера и золотой блок. Слиток. И что он позволяет? Например, мы можем подпрыгнуть, тыкнуть в любой раз, и он поставится независимо на какую территорию. Можем подпрыгнуть, ударить и опять поставить. И, грубо говоря, вот так вот перемещаться. Классно. Если буду падать, то буду им, постараюсь им воспользоваться и надеюсь, что я не разобьюсь, то есть быстро среагирую. Он может меня спасти не один раз в жизни, если же я буду падать вниз. Ладно. Не о нем сейчас разговор. Так. Хотел я продлить вот сюда нашу конструкцию. Главное не упасть. Так, чуть-чуть мы продлили. Это хорошо. Ух. Так, смотрите, по факту, сумочки попадают сюда и попадают, ну, развешиваются здесь, но, у нас будет по-другому, у нас будет вот такая вот машинка, которая будет открывать все наши сумочки, поэтому они тут даже задерживаться не могут, поэтому нужно сделать так, чтобы они не доходили даже до контроллера. Для этого я скрафтил предметный фильтр. Делается легко вообще. Сейчас мы с вами возьмем каждой сумочки по штучке и укажем, что тебя, либо можно, либо нельзя, не знаю, ну, посмотрим. Хорошо, возвращаемся. Так, все вернули. Теперь, в чем заключается моя идея? Я собираюсь... Блин, а? Опасно. Давайте представим, вот мы сейчас стоим такие, стоим, и... Опа! Блин, надо попробовать. Главное не дрейфить, у нас все получится. Опа! Смотрите, как хорошо-то! Ладно. Вот здесь я планирую поставить сундук. Угу. А из него у нас будет с вами забираться все, что приходит, но с предметным фильтром. Нет, все-таки не тот предметный фильтр. Почему? Ну, потому что тут нельзя указать белое или черное. Я хочу сделать так, чтобы это было можно было указать. Раз, два, три, четыре. Так что делаем апгрейдик нашего фильтра. Вот он. Нет, я не то все равно хотел. Я понял, что это за продвинутый фильтр, поэтому нам оно не нужно. Так, ниточка одна.
и восстанавливаем себе обычно тот фильтр, что у нас стоял изначально. Неправильно. Так, я видел, у меня там две коровы появилось, прикольно. А ты не прикольно? Я забыл осветить. И это моя глубочайшая ошибка. Я мог поплатиться за это жизнью. Так, хорошо. Еще раз берем по одной сумочке. Фильтр. Указываем тебе. Блин, не позже указать черный или белый этот. Может, тут еще что-то есть? Механизм. Не то, не то. Ладно. Так, в общем. Мы должны сделать так, чтобы попадало именно туда. Трам-пам-пам-пам-пам. Ладно, она отсюда забирается. Или все-таки. Ладно, пробуем. Попытка не пытка, как говорится. Так. Так. Фильтр мы поставили с вами. Теперь это все дело должно раскрываться. Блин, снизу что ли еще построиться? Хорошо, построимся снизу. Блин, ангельский блок вообще шикарный, а? Мне нравится. Удобная вещь. Главное держать его всегда с собой. Так, смотрите. У нас будет генератор, который питать это все. Открывай. Открывальщик. Есть. Он открывает и сразу все засовывает внутрь, да? Так. Да, давайте так и сделаем. Так, как посмотреть, в какую сторону ты смотришь? Так, секундочку. Сломаем его. Мне просто интересно, если я вот так подхожу, ставлю... Нет, не так. Неправильно. То есть я подошел так вплотную. Да, все верно, он действует. Самое главное, чтобы он работал и открывал эти сумки черта. Все, сверху есть. Стоя. Наверное, стоя должен. Левый, правый. Правый ПКМ, все верно. Уровень прицеливания. Не знаю, нужно, не нужно. Дальше, энергия. Ему нужна энергия. Так, как бы тебе ее дать? О, энергия пошла. Но. Неправильно, ты пошла у нас. Почему? А потому что с той стороны у нас будет труба. Все отлично. Вот уголь я не взял, это очень плохо. Так, ладно, дело не в этом. Ставим так. Откроешь? Открыл, смотри-ка. Он ее открыл. Это очень хорошо, то есть отсюда забирает туда и обратно все уходит. Вот такая вот нехитрая конструкция. Уголь. Сколько? 5 штук, мало. Давайте вернемся обратно. Возьмем все это дело в наши руки. А именно. Хотя бы вот столько угля. Это все дело у нас уйдет на благое дело.
И там долго-долго-долго еще может это все стоять и работать. Главное не забыть про наш аппарат снизу. Хорошо. Так, так. Ну что, теперь нам нужно это все освобождать дело. Делать больше ящиков. Ну и отсюда, конечно же, это все по хорошему счету нужно перекинуть вниз. Так что давайте посмотрим. 4. О, сколько тут накопилось-то. Так. Проверяем. Грубо говоря, это от мобов пришли такие. Пришли. И куда? Ты опять сюда, что ли, их посылаешь? Да ты, чубаха такая. Что, все пришло? 1, 12. Я даже не знаю. Видимо, он не открыл их. Ну вот, как так-то? Предметный фильтр. Давайте проверим. А, нет. Секундочку. Еще кое-что. Я только не знаю, принимает это, не принимает он. Так. Попал. Шикарно. Теперь он открывает точно сумки 100%. И раз стоит фильтр, значит он точно ее принимает. Так, еще раз. Экстра. Утилиты. Какие тут есть апгрейды? Ну понятно, что фильтры есть. Поиск в ширину. Поиск в глубину. Так, ну короче, фигня всякая. Круговая система. Вау. Да уж, я даже не знаю, что сейчас придумать с этим делом. Надо как-то огородить это все дело, или, например, оттуда это все дело доставать. Но, блин, это будет неудобно. Я не хочу ставить 43 закладки на это все дело. Хотя... Еще раз. Забираем. И давайте попробуем. От мобов-то куча сумок пришло. Вот, смотрите, уже повалил лут, это он начал открывать. Но я вижу сумки обратно возвращаются. Ну ладно, сейчас это все дело забьется. И тогда точно сюда сумки не придут. Это изначально, пока я так ставлю такую систему. Почему? Потому что потом у нас будет Ender.io. И будет дело налажено более-менее. Блин, я ключиком все по всему прошелся. Это плохо. Фу, у меня уже все забилось. Вы представляете? Вот так. Да... Ящиков капитально не хватает. Там их понадобится. Йо-го-го-го-го-го. Как много-то. А еще есть? А еще нету. А давайте сделаем еще кучу их. Вот 16 штучек хотя бы. Так. Нет, не 8. 8 маловато будет. Так. Раз. Два. Так, ну мне кажется, это вот будет изначально хотя бы так чуть-чуть, знаете, так разбавить обстановочку там. Ну и все, да, вроде бы. А, ключик, точно. Ну зачем я сюда прибегал-то? Надо все это дело размолочить. Щелк. Все, разумлочили, и это хорошо. Теперь. О, кстати, ангельский блок сейчас поможет нам. Опа! И удобно ставить. Как хорошо-то. По кайфу. Тынк.
Блин, удобная штука это, этот английский блок. Так, ну чё, освободился? Освобождается. Тру-пру-па-па-па-пам. Па-пра-па-па-па-пам. Только не говори, что ты золотые. Опять золотые сумки все пришли, да вы. Ненавижу я эти золотые сумки. Так уже не лезет. Ладно, не будем мучить нашу систему. Такую отстойненькую. Эй! Эй-эй-эй, не шути так. Ага, у нас вот, знаете, какая огромная беда. А беда у нас с броней. Ее может быть и реально дофига. Разный. Это я имел в виду. Не так? Эй-эй-эй, вернись ко мне. О, вернулась. Так, еще пятерочку втыкаем. Криво стало. Ладно, ставим так. Что здесь? Все еще не разгрузилось. Вот это броня, это просто вот это-то-то. Очень плохо. Ну вот, называется начал, блин. Открывает сумки и хлама повалило просто немереное количество. Блин, на Эндерайо не хватает, вообще жесть как. Да. Ну что делать? Погнали еще делать. Чуть не улетел там. Куча еще делать наших ящиков, так сказать. Так, ладно. 6. Мало. Очень-очень-очень мало. И еще. 18. Ну блин, ну. Не буду жалеть, но все равно. Хватит пока что. Так. Эй-ей-ей-ей. Криво. Так. Так. 18 ящиков еще готово. Погнали. Надеюсь, что все-таки броня будет стекаться сама с собой. И не будет такого захламления. Но если не будет, то это будет плохо. Потом, конечно, я знаю много способов, что он еще нас может спасти. Но на данном развитии, на данном этапе развития это нам пока не поможет. Так. Без эндерайо тяжко будет. Очень-очень-очень. Так, еще что нам поможет? Блин. Еще один, что ли, уровень сделать? Ладно. Ни пуха, ни пера. Еще один уровень, и все, хватит. Так. Так, и так. Главное еще свет, кстати, давать, а то если... Света не будет, будет кердык капут нам. Ой, английский блок. Так. Еще одна осталась, но у нас уже места нет. Эй, вы серьезно? Посмотрите, сапоги, штаны. Они шутят. Надо что-то с этим делать тоже. Все освободилось? Нет, еще открывается. Закинул. И опять дофига всего. Фу-фу-фу. Жесть. Все, опять все забито. Чертова броня. Кстати, вот эту броню. О! Она стекается, если она похожа друг на друга. Но если не похожа, то нет. Но все равно эту броню я пока все забираю. Броне тут не место. Ну ладно, максимум железную еще оставлю. Не более. И то сейчас это все захламлится.
Так. Опять броня. У меня уже места нету. Вы издеваетесь. Пам-пам-пам-пам-пам. Ладно. Пойду разгружу всю эту броню. Кстати, надо посмотреть. Может быть, сет какой-нибудь себе за бабаху. Ну-ка, ну-ка. Ё-ма, чертовы, да бафы. Неудобно. Так, секундочку. Сделаем вот так вот. Сейчас у вас должно убавиться. Во. Убавилось. Хотя бы так. Мне просто хочется почитать, что тут написано. Пускай... Ну, это обычные сапоги. Надо, знаете, поскидывать сразу. Сапожки обычные. Нет голода, когда я экипирован. Серьезно? Вот это... Я хочу тебя. Посмотрим, насколько это правдоподобно. Потом я вам расскажу, правда это было или нет. Так, еще. Фигня. Улучшает здоровье, когда экипировано 2,5. Серьезно, что ли? Да, смотрите, у меня сердечки прибавились. О-хо-хо-хо. Вот это броня так броня. Радар ископаем, когда я... Че? Так, знаете, вот когда в ад пойду, я обязательно одену эту броню. Напомните, прошу, да, мне. Я ее одену. И посмотрим, насколько это правдоподобно. Станет здоровье после смертельного повреждения. Ну, ладно, убираем. Получает здоровье, когда теперь на... О, еще повышение брони. Но, на мне сейчас хорошая броня одета. Радар ископаем, когда экипирован. Это шлем. Тоже тебя потом одену. Скорее, когда экипирован, опять радар ископаем. Угу. Одни и те же бафы пошли. То ни одного, то сразу дофига. Золотые поножи. Тяжеленно-алмазные бриджи. ХП мое увеличивает. Тоже прикольно. Первым подводное дыхание. Блин, мне уже надоело читать, если честно. Хорошо, я вас понял. Отсюда. Мы можем это все забрать. Все равно это тоже с сумочек падает. Пусть это все суммируется вместе. Погнали. Так, сейчас верну все обратно. И мы бежим. Только не говори, что уже все забито. Твои ж налево. Уже все забито. Так, это все мы раскидываем. Все на свои места. Там для каждого из этого есть мне. Есть место, я сказал. Есть. Сколько? 7 уже. Угу, прикольно. Так, ну вроде брони больше нету. Хорошо. Еще место открылось. Сразу. Раскрывайся. А есть ли? Да, есть. Так, избавимся от фиолетовых сумочек. Так, место у меня закончилось. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Парам-пам-пам-пам-пам. Па-парам-па-парам. Па-парам-пам. Мы вот эту броню сразу заберем. А, о, да. Тебе тоже. Фух. Жесть. Это просто жесть. Ладно. Или... Нет, этого нету. Так, нам получается еще нужно будет сделать с вами ящиков, а также помимо этого нам понадобится вот такой подчиненный контроллера. Так, надеюсь, у меня там кварц еще остался. Я очень сильно на это надеюсь. Надо как-нибудь там будет красиво сейчас это все завернуть, подвернуть и вывернуть. Два есть, да? Три, раз, два, три. Так, сразу крафтим все по-быстрому. Так, два кварца и гладкий камень, гладкий камень. Все. Так, золото, золото.
Нет, не так. Ха-ха. Забыл, как крафтится контроллер. Так, как там storage? Ладно. Почему на контроллер? А, золото. Все, я вспомнил. Так. И так. Все, мы это с вами сделали. Теперь нам нужно, опять же, куча сундуков. Куча. Этого мало все равно. Знаете, уже сделан с таким огромным запасом. Почему бы и нет? Да? Правильно говорю? Сразу 32 штуки. Как нефиг. И здесь. Во. Смотрите. Тютелька в тютельку. 43 штуки. Ёперный театр. Вот это мне там сейчас будет махина. Вот что делает, когда не хватает ими сети. Мучаются люди. Так, факел. Освещаем сразу же. Во. И тут факелок. Так, ну, чё, по идее должно хватить. Хотя, зная, что там еще броня может попасться. Мы с вами еще и вот так вот сделаем. Во. Пусть стоит. Пока что так. Раз, два, три. Ай, вот так вот. Ну что ж. Освобождается. Погнали дальше открывать сумочки. Блин, мне уже хочется посмотреть, сколько всего тут понаупадывало. Сейчас все будет. Пам-пам-пам-пам-пам. Открывайся. Опа. Что, уже места нету? Ху-ху-ху-ху-ху. Жесть. Да. Что, о, освободилось. Так, пока не исчезли, забираем. Так. О, смотрите, уже первая золотая броня опять дошла. Кстати, еще что, апгрейды будут понавешивать. О, точно, апгрейды. У меня же дофига обсидиана. Вот этим сейчас еще тоже займусь. Обсидиановые апгрейды вообще сейчас тут вкатят. Как раз у меня же его много. Так что почему бы и нет. Все, ступор. Нет, еще есть. О, алмазики, ну-ка. Сколько тут вообще алмазиков я поимел с этого дела? Изумрудов, 4. Сигл деления. А, он засветился, потому что у нас этот ночка. Угу. Я вас понял. Так, алмазы. Не перебил. Не отвлекаемся. Вот они, алмазы. 2 штука. Ну так, нормально. На первое время пойдет. Давай смотреть. По чуть-чуть, понемногу, знаете, так перекидывается. Ресов. Красота. Ляпута. Ладно. Осталось нам только открыть еще вот эти сумки. Ну и все. И потом можно уже не париться. Ну как не париться? Запариться, конечно, но уже не сейчас, а знаете, гораздо позже. Когда мы уже это подрастем, так сказать, в технологиях. Во.
Ну блин, ну давай уже быстрее перекидывайся. Надо, знаете, апгрейд на скорость влепить сюда. Хотя, потом уже он будет бесполезен. Это уж точно. Вот так посовмещать все. О, я вот такой возьму кварц и поставлю. Квест хоть засчитают. А где у нас хранится кварц? Вот он. О, 49 кварц, и даже никакой ад не нужно идти. Шикарно. Шикарно. Ладно, пусть открывается. Потом будем этим всем любоваться. Надо, мне просто интересно, где. Кубики, мои любимые кубики. Которые потом мы будем с вами открывать. Ну хоть один покажись. Видимо, вот они все. 6 штучек, шанс кубов. Да, это 6 всего шанс кубов достали. Ну, ладно, хотя бы что-то. Тоже, знаете, хорошо. Золотая броня копится. О, золотые яблочки пошли. Блин, вот это лепота. Давайте еще чуть-чуть, даже красиво это все обделаем. Заделаем. Оставить эту дырку тут или нет? Хороший вопрос. Но я знаю, что нужно это все дело сделать красиво. Ну как красиво, чтобы было удобно и не упасть. Вот так вот сейчас все заделаем. И даже вот такое вот окошечко тут оставим. Во. Факел повесим. Шикарно. Ну так приходите любоваться. Ладно. Все, смотрите. Мы все с вами сделали. Все открыли. Блаженство. Сколько тут хоть этих? 39 эндерлилий. Жестоко. Ладно, все, пора сваливать. Или еще? Нет, все. Пора. Сколько? 5 золота. Ну, маловато. Тут пусто. Хорошо. Ну вот такие вот дела. А сколько сам серия у нас длится? О-хо-хо-хо. Да, время поджимает нас, уже пора заканчивать. Так что за сегодня мы успели только с вами автоматизировать, так сказать, переработку сумочек, получение лута для наглядного, так сказать, вида. Блин, классно. Блаженство. Ладно, пойду сейчас на это все я смотреть. Посмотрим. Что там интересного ты сможешь достать? Так, вроде не чинишься. Ай, ладно, выкину тогда нафиг. Или... А, ладно, потом разберусь. Ну, а вам, надеюсь, это понравилось. Посмотрели, надеюсь, что-то для себя из этого вы подчеркнули. А с вами был Милтон, и встретимся уже в следующей серии. И всем пока-пока-пока. Ставьте большой палец вверх. Продолжение следует. А в следующей серии вас ожидает. Мы отправимся с вами в ад, а также к нам на базу. Кое-кто проберется. Yes. И пошла телепортация. Телепортация. Прятай за фонарь. Он нас не спалил. Сейчас отвернется. И как ему по башке... Стой. Он нас слышит.